Невероятно круто покупать Chevrolet в России. Еще более круто думать, что ездишь на Chevrolet, американцы. Придется маленько обломаться. Chevrolet Epica, он же Chevrolet Tosca, он же Holden Epica, никакого отношения к Америке не имеет. Эта машина собиралась в Южной Корее, Казахстане, Узбекистане и Калининграде. А вообще-то это Deo Tosca. Естественно, продавать машину с именем Tosca – это тосковать по прибыли. Прилепили шильдик Chevrolet и переименовали в Эпику. И получили весьма скромные продажи на фоне Лачетти, Ланосов и Авиа. Ну да ладно, машинку на рынках третьих и вторых стран обкатали, а затем уже Chevrolet Malibu, который стал, естественно, совсем другим автомобилем. И за скромные 24 тысячи долларов он продается в Штатах. Есть огромный, ну, действительно серьезный салон, на коже, между прочим. Есть полное оборудование. Какое? Начнем с руля. Вот, пожалуйста. Здесь есть круиз-контроль. Здесь, а вот этого нет в том автомобиле, в котором я ехал, нету управления магнитолой на руле. Дальше что? Перечислим. Ну, все сиденья имеют сервоприводы. Электрические, пожалуйста. Надо подогнать. Не проблема. Единственное, что рулевая колонка здесь механически регулируется, но это тоже, никаких проблем нет. Дальше что здесь есть? Прекрасные материалы. И я недаром так вот оделся, достаточно цветастое одеяние, потому что, ну, заехали мы в Юго-Восточную Азию и скажем, что там делают очень хорошие машины. И очень большие машины. И вот Chevrolet Epica из представительства тех машин, которые делаются в Юго-Восточной Азии, то есть в Корее, соответственно, и привозятся сюда. Ну, теперь про машинку, собственно. Пустили ее в Европу после Женевского мотор-шоу 2006 года. Над автомобилем поработал Джуджара, поэтому она хоть чем-то напомнила автору прорыв Эспера. Кстати, незвучная для России тоска – это не что иное, как нарезка из фразы «Tomorrow Standard Car», то есть машина завтрашнего стандарта. Кроме всего, это еще и название популярной оперы Джакомо Пуччини. Ну а что же движет этот автомобиль? Естественно, раз это не американец, то ни о каких V6 разговора не может быть. Только тракторные корейские движки, из которых выбивается рядная шестерка XK, разработанная Porsche. Она выдает неплохие 237 ньютонов и 154 лошадки в варианте 2.5. И прокатывает под пенсионера в двухлитровом варианте со 195 ньютонами и 139 лошадками. Естественно, самого вкусного дизельного RA420 нам увидеть не пришлось. А там, извините, 320 ньютонов и 148 лошадок. С пятеркой-механкой, либо пятеркой, либо шестиступенчатым автоматом. И это самый достойный вариант. Кстати, совершенно непонятно, почему эти машины БУ стоят каких-то шизоидных денег. Оправдывается это только открученной первоначальной стоимостью дилеров и запаркой под Америкоса. Ну и раз тоску в 2011-м все-таки похоронили, будем надеяться на возможность попробовать Buick Regal или Chevrolet Malibu, что по сути одно и то же и базируется на платформе GM Epsilon 2.